С вами опять встретились и будем наблюдать сейчас игру команды 5skills против команды NECA. Ну и команды вроде бы уже решили, кто будет играть за какую сторону, карта The Cash, ну и ножевая раунда уже сыграна. Сегодня же с вами освещает эту игру Александр Плешаков и Артур Абиван. Всем еще раз привет. Да, всем привет, и хочу немножко сказать от себя. По мне, так это самая сильная игра в этой группе. Ребята, топ-1 Латвии, это скиллзы, и ребята NECA, тоже очень сильная команда из Беларуси, и будет здесь заруба, однозначно. Ну, будет заруба, и опять же видим очередной выход на апленд на пистолетке от атаки, и два опенфрага за командой NECA. Точка занимается, и осталось всего лишь два игрока команды из Латвии, ну и вынуждены играть 2 в 4. Есть, в принципе, фулл хп, но очень мало игроков осталось у латышей. И пока что без фрагов. Минус Роман. Удрис, и Коваль добивает последнего из скиллзов. Ну и первый пистолетный за командой NECA. Команда спецназ, то бишь это латвийская команда 5skills, делает force buy, покупает себе 3 5-7, 2 по 250, и будут пробовать сейчас делать что-то неординарное, или все же... Да, видим, мы 3 вторых броника покупает команда спецназа, и уже Прилиден делает open фраг. Есть open фраг за командой из Латвии, ну и что ж, в принципе, есть шансы сейчас взять и отобрать проигранную пистолетку, но Романов дает минус 2 на доплоте. Отличный спрей от Романова, и 2 в 4 уже осталась команда скиллзов, и что? Ну и очередной раз, уже второй раз подряд, команда остается 2 в 4, и умирает игрок из команды 5skills. Так, Апсарк делает минус, Герас, остается он последним, и делает еще один минус, так может быть попробовать? Нет, нет у него диффузов. Ну и ситуация 1 в 2, думаю, хотя бы можно попробовать забрать дроп, который он выбил, пока что ожидает выбивания от игроков команды NECA. Ну и все же попробует, наверное, забрать какой-то дроп. Нет, нет, уходит сейчас он под мейн. Давай пока что ознакомимся с составами команд. Состав команды 5skills. Давай я назову, я их уже Upsark. Знаю. Ну, да, давай, знаешь, давай ты тогда прочитаешь их. Команда 5skills. Апсарк, Прилиден, Image, Independent, Удрис. Ну вот Инде, он подписался чуть по-другому, можно его называть Инде. Инде. Будет ну, сокращенно. Так он подписан обычно Independent. Ну и состав команды NECA. Романов, Инвейдер, Коваль, Герас и Регик. Реджик. Так, ну что Регик, ж. Регик. Все хорошо. И 16 хп оставили. Так, вешает отличный хедшот Герас, и можно выходить на Б-плент. На Б-пленте было 3 игрока команды из Латвии. Ну и опять же, очередной раунд для команды из Беларуси. И снова Апсарк остается последним, и снова он вешает хедшот с 5-7. Ну, человек 5-7 пока что у нас такой. Да, пока что он, да. Ну и за ним уже выехали. Ситуация придётся вот... Остается постоянная ситуация. Него. Остается постоянная ситуация 2 в 4. Но... Да, и он еще делает еще один минус. Посмотрим, что неплохо. Команда 5skills покажет нам в бай-раунде. Ой-ой, что это было? Что это было? ГОТВ залагал, и уже третий раунд мы наблюдаем сейчас. Да, и уже инвадер остается один. Да, что это такое было, но... я не понял немножко, но... В общем, добрый вечер, ГОТВ. Спасибо, что показал нам хоть четвертый раунд. Хотя бы хоть что-то показал нам в четвертом раунде, и, видим, мы все-таки берут первый бай-раунд команда скиллзов. Ну и что ж, в принципе, денег не очень много у скиллзов, это раунд за 2 будет, если они проиграют. Ну и команда NECA сейчас растягивается по всей карте, будет ожидать каких-то агрессивных действий от 5skills, команды 5skills. За дефенс у нас пока что все более так дефолтно заняли игроки из Латвии. Ну и пока что команда NECA никуда не лезет. Open фраг от Image нету, нету, все же. Есть open фраг от Image. Да. Коснул одного игрока, второго добил, ну и уже два красных игрока у команды NECA без потерь у команды 5skills, и нарисовывается второй раунд для команды из Латвии. Так, где у нас бомба находится? Бомба у нас находится недалеко от Б-плента. А, да нет, это даже Т-спаун. На Т-спауне бомба находится. И 4 в 5 сейчас команда NECA будут пробовать что-то сделать.
4 в 5, видим, что бомба перетягивается под точку А. На точке А у нас пока что находится один игрок, который стоит за дальним, но близко к нему стоит его тиммейт, который будет хелповать при заходе на точку А. Команда Нека идет тихо, чтобы их никто не запалил. Ну и пошел раскид. Пошла раскидка. Отличный, Молотов прилетает, горит у нас Абсарк. Коваль так, минус делает... от Коваля. Нет, не горел Абсарк. У них нет информации по Абсаргу. Абсарк дает уже минус 2 в этой ситуации. Уже минус 3 от Абсарга. 3 хедшота. И снова и... GoTV. Вот такие проблемы у нас с GoTV. Так, ну и что же это такое? Меня вообще на DAS 2 закинуло. Так, ну что ж, давайте зайдем. Попробуем зайти еще раз и будем дальше наблюдать за происходящим на карте. Фух, что же это такое? Так, вот, возвращаемся. Ну, счет пока что 3-1. Ну и очередной раунд для команды 5skills. Что-то непонятное происходит, но ничего страшного, будем надеяться, больше такого не случится. Счет становится 2-3. Сможет ли команда 5skills сравнять счет и выйти? Выйти в свою... Так, ну, взять... Боже мой, ребята. Взять счет в свою пользу. Пока что видим счет 2-3. Команда 5skills играет за сильную сторону. Решает сейчас укрепить центр и занять винтрумы. С винтрумом сейчас в спину будет заходить у нас Прилайден. Выход на точку Б с пистолетами от команды Нека. В спину заходит Прилайден, дает уже минус 2. Остался всего лишь один регик и минус 3 от этого игрока. В этом раунде и команда 5skills сравнивает счет. Счет 3-3, ну и теперь есть деньги, так, чтобы я сделать баррель. Я еще не могу подсоединиться, жду я, что меня все-таки ну, пустит на GoTV. Давай попробуй тебя, может. Все, все, я захожу, хорошо, наконец-таки, да? Я вернулся. Так, они вроде дали меня или что-то какие-то интересные ребята. Ну, да, так, что тут у нас 3-3, да? Да, 3-3, команда 5skills сравняла счет, проигравший пистолетку, но уже взяла серию из 3 раундов. Ну и борется пока что за победу. Есть 2 снайперские винтовки у защиты, ну и пока ни одной у команды Нека. Посмотрим, как она будет бороться. В этом раунде пока что растянулась. Опять же, по всей карте ожидает каких-то агрессивных действий от команды 5skills, а команда 5skills стоит, в принципе, по дефолту. Немножко решил укрепить центр, ну и опен фраг от Прилайдена. Поставил жесткий хедшот, потом же прострелил Коваля. Ну и теперь команда Нека в меньшинстве, просит паузу у нас Коваль, сейчас будем ожидать проблемы какие-то у команды Нека. Видели, что команда Нека, так скажем, уже размялась на этой карте, выиграв у команды Сбрила со счетом 16-8, ну и первый фраг для команды Нека. Умирает у нас Романов при попытке выйти на точку А. Инде. Забирает загорена регика, ну и инвейт. Да, инвейт у нас заглючил, просит паузу. Команда Нека и что-то пошло не так. У белорусской команды. Вылетает один игрок, ну и будем надеяться, что в скором времени они вернутся. Ну, давайте еще раз повторю, что с вами Александр Плешаков и Абиван. Артур Абиван. Можете добавлять нас в друзья, подписываться ВКонтакте, видите наши ссылки снизу. Ну и пока что ожидаем продолжения этой встречи. Что вот, Абиван, ты знаешь про те команды? Ты мне рассказывал, что такие-то очень топовые команды. Абиван? Так, Абиван куда-то отошел. Ну, в общем, Абиван мне рассказывал, что команда 5skills. Я здесь и могу рассказать. Небольшие проблемки были. Вот, команда Skills — это топ-1 Латвии. Ребята очень сильные, ребята тренируются. У ребят есть все буквально, все, что нужно для команды. Вот. Ну и показывают они себя на разных соревнованиях. Что касается команды Нека, то сейчас ребята могут по праву себя называть топ-2 Беларуси. И мне кажется, что решится, кто топ-1 Беларуси на лане, который пройдет 23 мая в Минске. Будем ждать, естественно, чтобы узнать, кто все-таки лучший состав Беларуси. Вот. Вижу я, что инвадер заходит у нас наконец-таки в CSGO. Вот. Ну и сейчас он буквально через несколько минут появится на сервере. Что касается Абсарга, да, мне тут ребята из Латвии посоветовали назвать его Кри. На самом деле его ник Кри, так же как Инде,
Independent в основном называют его, да, и вот он в основном был так подписан, но будем называть его Инде, и Апсарга будем называть Кри. А Ну почему или не сделать Апсарг. себе такой ник? Если он хочет, чтобы Ну. его называли Крит, зачем делать ник Апсарк? Как-то. Нет, он не хочет, чтобы его так называли. Это мне просто ребята из Латвии пишут, что, ну, типа, на самом деле, ну, точнее, это не Апсарк и не ребята из Скиллзов. Ребята просто в чате пишут, знают, как кого зовут. Инде. Ну, это его имя, Инде и я Кри, понял. да. Я понял, ну что ж, пока ожидаем. Я хотел спросить, там еще была такая команда, как СНТ. СНТ как-то тоже из Беларуси, выиграла она вроде бы прошлую аматорку, играла в просерии, показывала неплохие результаты, но сейчас я видел, она почему-то распалась. Тоже как ты разбираешься сейчас в белорусских командах, очень много информации про них знаешь. Что с ней вообще случилось, с этой командой? Так, что я могу сказать насчет этой команды? На данный момент этой команды нет. И я не знаю, будут ли собираться ребята заново. И может быть, они появятся в новом составе под новым никнеймом. Но В, ну, может быть, в про-серии, может быть, в аматорской серии. Я сейчас знаю, что есть ГГВП, есть Киберфокус, есть НЕКа. Для меня хватает вот этих трех команд, которые показывают отличную игру. ну да, там команда Киберфокуса, в принципе, очень, очень хорошо играет. Но, насколько я знаю, Киберфокус очень неплохо играет со снайперской винтовки. Ну и вообще неплохой игрок. Так, ну и что-то пока не заходит. У нас игрок из команды НК. Тут у нас НК. Тони S25 в чате пишет, что Skills занимает первое место не только в Латвии, а по всей Балтике. Ну, То есть. неплохо, ребята. Я тебе уже говорил, да, что ребята очень сильные, что ребята скилловые. Ну, в общем, Ну, молодцы. сильно. Ну что ж, заходит у нас пятый игрок команды НК. Будем надеяться, что скоро начнется восьмой раунд. И хотел бы поздравить команду Fnatic с вчерашней победой на DreamHack. Выиграли они команду Envy в финале. К сожалению, команда HelloRaisers не смогла обыграть команду Fnatic, взяла всего лишь одну карту. Но хорошо, что мы хотя бы ее видим на такой сцене, на DreamHack. И, в принципе, пробралась она очень и неплохо. Так, ну что ж, отсчет пошел. Будем наблюдать за восьмым раундом на карте The Cash. Латвия против Беларуси. Ну и атака сейчас будет пробовать выходить, скорее всего, по точку А или занимать центр. Сейчас мы с вами увидим, есть подсад. Ну и что же будет делать атака в этом раунде. Есть два снайперских винтовки у Ну, команды. видим мы 5 Tech-9-ов, и Прилиден Ой-ой-ой-ой-ой, уже что делает же? минус 2. Что же делает Прилидан? Дал минус 2, зажал, и тем временем на трак занимает эту позицию инвайдер, И только пробегает с Коваль у бомбы. нас остается. Коваль у нас заходит куда? В коннектор. Есть по нему инфа, и что? Да, и Мэйдж его добивает. Такое сделал инвайдер, Аллах Акбар сделал на точке А, выбежал с бомбой на спине один, дал минус один, ну, потом умер от игрока, стоящего на точке А, и видим счет 5-3. Есть теперь Б-раунд у команды НЕКа. И посмотрим, как она будет отыгрывать в этом раунде. Пока что растягивается по всей карте. Опять же, дефолтная позиция у команды Five Skills и Open Так, Track. и Мэйдж делает отличный минус, поджимал Регик, и тут его встретил. Так, еще один минус от команды Skills, Ну и и пока уже в что видим, что большинстве. два снайпера команды Five Skills работает, минус от Романова, и пытаются сравнять ситуацию сейчас с командой НЕКа. Ну и пока ситуация 5 в 3, еще команда НЕКа в меньшинстве, а Прилиден дает минус 1, ставит, так скажем, точку в этом Ну вот раунде, дал второй минус 2. хедшот он ставит. Ты посмотри, просто отлично играет Прилиден, отличный скилл у этого парня. И инвадер последний остался у нас здесь. Надеюсь, он не АФК. Нет, он не АФК. Вот, я уже испугался, что снова проблемы. Ну Ну, да, старается он сейвить. Прилидан сделал ситуацию уже, когда он дал первый минус, то, в принципе, команда НЕКа уже проиграла, потому что потеряла она еще одного игрока, и ситуацию 2 в 4 было бы очень тяжело разыгрывать. Ну, и сейчас инвайдер не чекает его Удри. Ну, и ситуация 1 в 3. Времени нету, чтобы Ну и разыграть эту Прилиден, ситуацию. смотри, как нашивает смог под флешкой. Я не знаю, этот парень, у него невероятная чуйка, он отлично делает минусы. И минус 3 в этом раунде. И какой раунд у нас? Шестой Какой раунд раунд? для команды Да. Skills. Да, шестой. Шесть раундов подряд взяла эта команда.
Ну, а команда Неке смогла пока что только выиграть пистолетку, продержаться еще два раунда, ну и пока что за атаку ничего не получается. Очередной форсбай от команды Нека. Покупает она 3-4 так девятых, один дигл, и будет пробовать выйти на точку А. На точке А у нас пока что два игрока. Из команды 5 Skills ложится дым на выход и занимается пока вентром команды Неке. Вышел на через дым инвайдер, минус от имейджа. Ну и пока что, опять же, open frag за командой 5 Skills. Прилидом убивает Гриса, ну и пока что размены на точке Б. Ну, будет бомба установлена, скорее всего, да, будет бомба установлена, и Прилиден чекает, и зажимает еще один минус от Прилидена, и Коваль остается один. Один в три. Один в три, есть первый фраг, но 15 хп у этого игрока осталось. Посмотрим, получится ли у него забрать этот раунд. Ошивает по второму игроку, оставляет ему усердие. Еще один минус! Ай-яй-яй-яй-яй! И нет. Вы видели, но и Кри у нас забирает последнего Коваля. Очень интересный раунд здесь был. Прилиден дал минус 2, и Коваль дал минус 3 в этом раунде. Ну, еще чуть-чуть, и игрок команды Нека мог взять раунд для своей команды, но, к сожалению, не хватило у него, думаю, хп, и... Счет становится 7-3, потихоньку команда Неке все дальше и дальше уплывает, так скажем, от своих противников. И появляется снайперская винтовка у Неке. Покупает Романов снайперскую винтовку. Все же поняли. Знаю я, что здесь... этот парень умеет хорошо стрелять с АВП. И посмотрим. Ну, команда Неке поняла, что без снайперской винтовки тут не обойтись, потому что две снайперских винтовки у защиты, и как-то это все дело надо отстреливать. Романов пытается кого-нибудь зачекать по точке Б. Ну и опять же, пока холод от атаки. Ожидают агрессивных позиций, агрессивных действий каких-то от команды 5 Skills. Укрепление на точке Б. Ну и поджим мейна от, как ты его говорил называть правильно? Кри, вместо Кри. Абсарга можно называть Кри. Кри, да. Ну и опять второй же... Второй минус от Кри. Блин, мне как-то удобно и Абсарг говорить, не знаю, Абсарг, без разницы. Кри, да. Ну, опять же, два опенфрага за командой 5 Skills. Ситуация 2 в 4, ну и без шансов тут все складывается для белорусской команды. Ну и Инвадер и Коваль остались вдвоем против четверых. Видели мы уже, что Коваль может делать клатч-раунды, может вытаскивать и... Пусть пробует, ребята. Что, пробуй сейчас подсадиться на центр, занять, так скажем, главную точку на этой карте. Ну и в мейн заходит Коваль сейчас. Почему они решают сыграть по одиночке, я не знаю, сыграли бы уже на размен. Очень мало времени до конца этого раунда. Но минус от инвайдера. Минус, и нужно выходить Ковалю, он выходит, но и тут минус от Абсарга, и еще, нет, будет минус, нет, да, минус от Абсарга, это квадрокилл, Кри. Делает минус 4 в этом раунде и забирает 8-й раунд для команды Skills. Ну, только что как-то непонятно сыграли белорусы, решили играть по одному, оставшиеся ситуации 2 в 4. Ну, может быть, я чего-то не понимаю, может, они придумали что-то поинтереснее, чтобы оставшиеся игроки перетянулись на последнего игрока. Ну, в общем, что-то намудрили белорусы в прошлом раунде. Ну а сейчас занимается центр у нас команда Нека. Боже, почему там тяжело мне выговорить это название, не знаю почему. Но open frag за этой командой. Абсарк забирает Романова в мейне, занял очень удобную для себя позицию. Ну и команда Нека уже в меньшинстве. Еще один минус от Абсарга, и уже 2 в 4 остается команда Нека. Очень хорошо играет Абсарк на своей точке, на апленте. Очередной клатч раунд для команды Нека. Посмотрим, получится ли... Инде чекает, и минус от Инде. И что у нас? Снова Коваль последний остается. Коваль, давай. Три игрока по 24, 25 и 29 хп. Так, есть первый минус. Один. Будет ли минус 2? Время, в принципе, есть. Минус 2 от Коваля. Уже минус 3 в этом раунде. И Инде все-таки дочекал. Минус 3 от Инде, минус 3 от Коваля. И 9-й раунд для команды Skills. Ну что ж, не может пока что команда Нека собраться, не пойму почему, но посмотрим, получится ли у команды Нека сыграть за сильную сторону лучше, но как мы видим, уже серия из скольки раундов? Из 9 раундов. Из 9 раундов для команды Skills.
Да, серия из 9 раундов, и пока что нету бонфрага для команды спецназ. Промахивается снайпер команды 5 Skills. И делает минус, смотри, Прилиден поджимает главку. Минус 2. Ой-ой-ой, минус 2 от Прилидена. И? Прилиден дает минус 3, бомба падает на гаражах, и что ж, 10-й раунд нарисовал этот игрок для своей команды, но я думаю, опять же, сейчас сложится ситуация без шансов, но хотя Реги. Ну, наконец-то, кто-то останавливает. Чуть-чуть. Заметил Регик, что кто-то есть на девятке. И ну еще да. Один хэдшот от Регика. И 2-2. Прям... Коваль, ты видел? Коваль видел, что мейн поджимают. И будешь ждать им. Видим, что и в той команде есть сильные игроки. Все борются, но пока что команда Нека смогла вывести ситуацию 2 в 4 в 2 в 2. Ну и занимается точка Б. Посмотрим, получится ли у 5 Skills off взять серию из 10 раундов. Отлично, минус Коваля от Коваля. Регик! Квадрокилл! И забирает он просто один. Один забрал он для своей команды этот раунд. Немножко помощи от Коваля. И что? Четвертый раунд, наконец-то. Что ребята творит собрались. Этот игрок? Играет агрессивно на точке Б. Не ждал снайпер, что Регик выйдет через дым на своего противника. Тем же. Занял точку Б, продержал ее для своего тиммейта. Ну и смогли взять еще один раунд для своей команды. Сорвали серию раундов команды 5 Skills. И посмотрим, что в этот раз сделает команда Нека. Пока что ожидает каких-то агрессивных действий. Занимает у нас... Посмотри, Инда делает отличный минус. Смотри, он буквально в маленький пиксель. И делает отличный минус на Б-планте около Токсика. Посмотри, как... Апсарк занял позицию сейчас, за лестницей. Так, минус от Романова и Коваля. Коваль нашивает в дым, и это 3 в 3. 3 в 3 ситуация. Попробуй сейчас Романов занять точку А. Есть минус от этого игрока, но разменит его. Тиммейт команды 5 Skills. Сравнивается ситуация, и бомба будет перетягиваться сейчас. Непонятно куда. Бомба перетягивается то туда, то сюда. Вроде решили бежать на точку Б, но потом передумали, опять же. Удрис у нас на миде, и Инда сюда приходит, делает минус, и один в один. Остался Инда и Коваль. Есть Коваль. Бомба. Ты смотри, просто скиллз. Скиллз последний из скиллзов, он знает, куда пойдет Коваль. Он прочекал его и знает, что он будет выходить в дверь. Нет, не попадает. Прочитал действия оставшегося игрока команды Нека. Инда против Коваля и промахивается. Красный остается, и Коваль забирает. Забирает раунд для своей команды. 9-5. Да. Разволновался игрок команды 5 Skills. Не попал два раза подряд и со снайперской винтовкой. Ну и Романов уже решил поджать своего противника и убить. Тем же, взяв уже серию из двух раундов. За слабую сторону, счет становится 9-5, ну и последний раунд в первой половине. Так, видимо, минус от инвадера, но там еще кто-то пушил. Так, чекает тут Романов, выходит он из мейна, делает минус, и 2 в 5 уже остается команда скиллзов. Так, ну вот это в этот раз команда Нека пока что играет без потери своей команды. Ну и второй раунд, точнее последний раунд. Прилетает. Ох, ты посмотри, какой хэдшот от Инды, еще один минус. Просто Диглмастер. Диглмастер включился у Инды. Но тут его, конечно, инвадер забирает. И остается у нас последний игрок, это Прилиден. Прилиден, ситуация 1. Да, это топ-фрагер команды Skills. Ну и посмотрим, получится ли у него затащить клатч раунд. Время есть. Слышишь, что игроки занимают точку Б, знают последнюю информацию об этом игроке, и счет становится 9-6. Ну что можно сказать, неплохое начало. Неплохое начало, да, 6 вот раундов что ты думаешь, за слабую что сторону. Думаешь, 6 раундов это, ну вот хорошо, достаточно ли за слабую сторону, за атаку 6 раундов, или же можно брать больше? В принципе, 6 раундов за слабую сторону это очень даже неплохо. Помнишь, как в прошлой игре команда Сбрила взяла сколько? 10-5. 5 раундов взяла Нека за слабую сторону. Нет, или нет? 8-7. 8-7, да, нет. Да. Да. Ошибочка получилась. Все же тогда команда Нека тоже взяла. Так, и готовится у нас скидка на плент. Тем временем, пока мы с тобой обсуждаем, тут ребята уже стали со смоками и... И пока, да? пока что ничего. Ничего не происходит. Готовятся раскидки. Ну и... Большинство игроков находится под точкой А из команды 5 Skills.
Так, пошли раскиды. Закрывается у нас девятка и закрывается трак. Не закрывают у нас игроки из команды Five Skills. Дальний. Так, первый минус от Коваля. Ну, еще Коваль минус Регик, ну! И остается Апсарк один. Один против троих. Настреливается он с кем-то там. С кем-то там настреливается, ситуация 1 в 3. С кем-то там настреливается, куда-то он там стреляет, что-то спреет. Минус Романов, Апсарк остается 1 в 2. И Герасова чекает, тут же инвадер. Бомба выпала у нас, она лежит в пленте, и инвадер чекает. Инвадер чекает, чекает, а бомба чекает, пока что-то непонятное. Не подбирается. Ну и тут помогает Герас, и седьмой раунд для команды НЕКа. Вторая пистолетка, вторая уже пистолетка за командой НЕКа. Что-то немножко не идет с пистолетами у команды Skills. Мастера пистолеток у нас ребята из Беларуси. Ну и в какой-то такой force buy. Сейчас вот команды Five Skills есть 2 так 9, 3 по 250 и выход на точку Б сейчас у нас. Ну и будет. Вторые первые арморы. Есть небольшая раскидка. Два смока. Ну и смотри, угадывает команда НЕКа, четвером они находятся недалеко от Б-плента, и прочитал капитан команды, Регик, направление, что будет выход, хотим, скорее всего, на Б-плент. Да, и что ж, пока нашивают по одному игроку из команды Five Skills, open фраг за командой НЕКа, и пока что распадается команда Five Skills. Еще один минус, и последний остается Инде. Ну, Инде. Инде убегает, но тут его Коль догоняет, и что? Куда же ты, Инде? Подожди. Инда сейчас будет выбивать девайсы своих противников. Счет 9, типа его не ожидали сейчас позицию. Ну и все-таки тек, это называется даже не тек, это рект 9, который, несмотря никуда, убивает всех. Просто главное нажимать. Все, что видит. Да, главное нажимать кнопку быстрее. Чем больше ты тыкаешь, тем жестче ты тыкаешь. Ну смотри, сейчас получится, наверное, у команды НЕКа сравнять счет. Ну и. Да, потом видим же мы 3 P250 и 2 глока. Выход на мид. Open фраг уже зажимает сейчас по игрокам, выходящим на центр. У нас Коваль дает минус 2 минуса два от инвадера. И 3 минуса от Коваля. Отличный раунд. Ребята хорошо приняли мид. И временная ничья. Временная ничья, но есть уже байраунд от команды Five Skills. Буду сейчас пробовать отобрать победу у команды НЕКа и посмотрим, как у них это получится, куда они будут идти атаковать. Сейчас мы с вами увидим. P90 сейчас у Гераса есть. Очень такой интересный очень четкий девайс. Да. Укрепление центра от команды НЕКа. Ну а команда из Латвии пока что не собирается никуда выходить. Пытается собрать для себя какую-то информацию. Играют пока что без снайперских винтовок. Ну и что ж, опыт фраг за команду НЕКа. Так, минус инвадер. Инвадер вслепую убивает Прилидена. Ой-ой-ой, как нашивает сейчас по игроку из команды из Беларуси. Регик остается у него 44 хп. Ситуация 4 в 5, но уже один игрок красный, два желтых. Два желтых и два желтых и три зеленых. Ну и ни одного холодного. Пока что у команды НЕКа. Так, телефон там. Так, все-таки Инда делает минус. Тут же его разменял Романов. Еще один минус от Регика. И уже 2 в 4 остается команда скиллзов. Ну и что? Да, да, все-таки идет бомба у нас под Б-плент. И тут у нас стоит Герас П-90. Первый минус! Человек зажим! Еще один минус! П-90! Вот человек он зажим, зажал и дал минус 2 на точке вот Б. Вот он, P90-майстер. Можно так его назвать. Это, что можно сказать? Сел, зажал, скилл показал. Да, именно с таким девайсом можно так и делать. Покупает сейчас 4 так 9 и 1 по 250. Команда Five Skills в этот раз она попробует выйти на точку А или все же занять центр. Да, нет, все-таки нет, идут они в мейн с всей командой, да? Да, вся команда идет на точке А. У нас всего лишь один Романов, который будет принимать весь этот выход. Ой-ой-ой-ой. Романов камера. Минус, еще один минус от Романова. Коваль помогает ему же. И минус от Коваля, два минуса от Романова, два минуса от Коваля. И остается Апсарк один. Убивает он Коваля, 34 хп у него, и тут же Регик разменивает. Отличный раунд для команды, даже команды не знаю, для какой НЕКа команды, но мне кажется, все равно для скиллз такое эко, это неплохо. Ну, сколько когда они делаешь давай, минус 3, они сделали минус 3. К сожалению, бомбу не поставили бомбу, да, ну, оставался там один Апсарк, Кри, и тяжело было ему, когда его чекало 3 человека, тяжело хоть что-то было сделать. Ну и появляется снайперская винтовка у ребят из Латвии.
Будут они Индочек, это и минус! В минимальные пиксели смотрит этот парень и делает отличный минус. Ну и опенфраг за латышами. Опенфраг, сейчас посмотри, Реги поджимает спину, тут его ожидает снайпер, но, к сожалению, не попадает. И вынужден, я думаю, Реги сейчас отойти, потому что там его уже ждать будут. Или все же додавит. Додавит. Да, скорее, мне кажется, что не будет он сильно пушить. Так, два так, минуса от команды Skills, и уже 2 в 5 остается команда Нека. Удрис, отличный хедшот. И ну все. И... Романов последний, 1 в 5. Романов, я знаю, что ты умеешь делать клатч-раунды, но не сейчас. В этот раз, да. Да, не в этот раз. Ну и что ж, получится ли у команды FiveSkills сравнять счет? Сейчас мы с вами увидим, есть еще деньги на бай-раунд у команды Нека, будут они бороться. Ну и появляется АВП у Романова, да? Да. Нет, ты посмотри, у Гераса, это второе АВП команды Нека, тоже так. Очень хорошо стреляет со снайперской винтовки этот парниша. Ну и битва снайперов! Нет, не попадает Гера сейчас по игроку, выходящего на токсик. Ну и пока что без потерь. У команд, опять же, никуда не спешит у нас. Латыши не спешат, опять же, не попадает у нас снайпер команды Инда. Ну и все тихо. Пока что все тихо, время есть у атакующих. Бомба находится у нас в гаражах, и все спокойно. Ух ты, посмотри, как Романов настреливал отлично. Я не знаю, в дверь. Что ж ты делаешь, Роман? По флешке выходит имейдж, не попадает по игроку за коробкой. Ну и... Регик его чекает и ждет, когда же он пробежит. Регик, отличный хедшот, минус АВП. Подача с молотов задали, должен выходить игрок из этой позиции, но все же неправильно. Пол молотов, бомба перетягивается по точку, а на точке А у нас уже будет. Коля, осталось 4 хп, игрока, он очень красный. Инвайдер будет поджимать спину, наверное. Ну и... Коля делает первый минус. Так, Регик у нас находится на девятке. И делает минус один. И отличный спрей. Минус два от Регика. И минус три в этом раунде. Да, минус три, да. Очень, очень хорошо он играет. И отличные минусы показывает нам. Есть, конечно, деньги на бай у команды Skills. Но последнее. Если, да, последнее. Если не будет сейчас поставлена бомба или не будет выигран раунд, то... Ико. Все очень плохо. Может сложиться для команды из Латвии. Видим, что, опять же, ну, нету каких-то, опять же, быстрых раундов от латышей. Да, ребята играют очень медленно. Не знаю, по мне так за атаку нужно лететь, бежать, раскидывать, убивать, размениваться. Ну, по крайней мере, пробовать такие раунды делать. Видим укрепление точки Б от белорусов. И поджимают сейчас токсик. И Абсарк наказывает за этот неграмотный поджим от Регика. Абсарк ожидал таких действий от своих противников, но и пока что есть размен. У этих команд счет 10-12, счет по игрокам 4-4. Сейчас будут играть, бомба подбирается, и куда будет идти бомба? Бомба пока что никуда не идет. 58 секунд до конца раунда. Ну и что же будет делать? Бомба вот стоит шо. На гаражах, и бомба смещается потихонечку к Б-пленту, а у команды Нека там никого нет. Только там один инвадер находится в винтах. Ну что ж, услышит он и игроков, заходящих на точку Б, или все же пропустит их. Ну а тем временем так, сейчас фейкуется выход. Минус. Фейкуется выход на точку А, бомба стоит под Б, но два игрока выходят через мэн, и вся команда Нека должна перетягиваться под... Коваль, спрей не попадает! Что это было, Коваль? Смотри, два игрока стояло слепых. Инвадер да, все равно остается. Бомба у нас ставится на Б-планте. Умирает инвадер тем временем. Так, два минуса от Коваля и 2 в 2. Можно попробовать. Ну да, Коваль вывел ситуацию 2 в 2, но, к сожалению, два красных игрока команды Нека, и все очень тяжело сейчас будет для команды из Беларуси. Тяжело будет взять этот раунд. Ну, посмотрим, получится или нет. В принципе, фулл хэповая. Два игрока. Ну, 78 хп. Нет, сейвить уходит команда Нека. Не хотят терять они девайсы. Это АК-47 и снайперская винтовка у Гераса. Ну и можно сказать, ну, правильно делают, так как два игрока были красных. И ну и денег не очень много у команды Нека, чтобы пробовать такие опасные раунды. Счет становится 11-12, да? Да, очень интересная игра. Вот прям... Очень много разных минусов, очень много разных тактик и разменов. Прям аж прет скиллом от обеих команд. Согласен, да. Две команды играют примерно на одном уровне, и никто не хочет проигрывать. Так, что, мне показалось, что был Галил, но нет. Есть 5 калашей у атакующей команды, и
падает молотов на подсад, теперь команда атакующих не может подсадиться на точку и чекнуть кому-нибудь на центре. Центр укреплялся, команда Нека. Ну и продолжает укрепляться, опять же, ослабленная точка А. И под нее пока никто не собирается Реник выходит выходить. Под минус, отличный выход под флешку на миде. Понимаешь, ну у нас на миде. Будет и ли размен? Отовсюду, и отличный хедшот, он вешает 4 в 4. 4-4, ситуация бомба. Пока еще падает, Регик будет пробовать играть дальше агрессивно. Но в этот раз у него ничего не получилось. И Мейдж уже делает минус 2 в этом раунде. И пока что команда Нека в меньшинстве. Бомба перетягивается по точку Б. На точке Б у нас всего лишь один игрок. Команда из Беларуси. Но и никто к нему пока не спешит. Не спешит хлоповать этому игроку. Да, там стоит у нас Герас с ВП и чекает он. Он находится в хелпе, это просто легко. Прилетает к нему смог и уже отрезает бэкплента этого парня. Ой-ой-ой, мог только что попасть через дым, вторая попытка. Еще раз мог попасть, ну что, раз показывали, мог парень. Ну и занимается точка Б, ставится бомба. Заметил Абсарк, что находит, нашивает он в дым и минус. Смотри еще, как он нашивает жестко в дымы. Слышал игроковителя. Абсарга, и остается Герас последний, он уходит сейвить. АВП, ну за ним уже выехала бригада из Латвии, простите. Ну, не попадает, почему-то не заметили игрока. Ну, блин, ну было близко, было близко. Ну, сравнивают. Да, временная ничья у нас в матче, 12-12 счет становится, и что? Пока что без серии раундов у нас. Так, качели, пока что качели, у команд катаются, любят они на площадках играться. Видим, замечаем. Так, пистолетный раунд от команды Нека. Почему-то не решают сейчас они сделать форсбай. Ну и посмотри, ну и... Прилиден отлично нашивает. Ой-ой-ой, как зажал. Оставил один с хп инвайдер, но, к сожалению, не убивает. Герас, поджимая сейчас точку Б. И чекает его, чекает на Т-спауне. Что, ну Прилиден? И... Ой-ой-ой, сейчас не запрыгнул. Ох, сейчас на упал. Позицию. Смотри, как чекает Прилиден, просто каждый угол, как будто знает. Видно сразу, что опытный игрок... И минус 3 от Прилидена уже. Не успел начаться раунд. Минус 3. Минус 4. Ну и без шансов пока что для команды Нека. Без потерь для команды 5Skills. И команда 5Skills вырывается вперед. Все же смогла догнать своих противников. И есть бай-раунд у команды Нека. Посмотрим, что она будет делать. Попробует ли сделать какие-то агрессивные... Агрессивный дефенс, так скажем. Будет ли я куда-то высовываться? Видели, ну, как мне кажется, уже делать... их несколько раз наказали, Регик. И сейчас они будут играть с ним. Ой-ой-ой-ой! Абсарк делает уже минус 58, да, 58. Ой, Коваль, хп. Коваль, опасная ситуация! Даст ли минус один? Нет, имгейдж. Имейдж. Смотри, инвадер разменивает его. Отличная игра на миде от ребят и... Команда Фэшкиллс в меньшинстве. Да, да. Бомба перетягивается по точку Б. На точке Б у нас есть два игрока из команды. Ты посмотри, Абсарк отлично нашивает Регика. И 3 в 3. Герас будет чекать. Находится он в винтах, подбирает он... Оп, эмочка. Нашел эмочку. И с эмочкой ему будет чуть-чуть полегче играть. Два игрока у нас находится под Б-плентом. И будет, скорее всего, выход на Б. Ну, тут Герас стоит. Отличный минус от Гераса. И хорошо, хорошо. Ждет его Абсарк со всех сторон и дожидается. Размен. Минус 2 в 2. И что, не знает команда Skills, где находится их оппонент. Уходит, смотри, они уходят на победит. Побежала на точку А. Но читает эта команда Нека, читает, слышит, Ты посмотри, они слышат, что бегут. А Романов-то прочитал действия команды 5Skills. Будет заходить в спину. Но тут что? Абсарк делает минус. И инвадер остается 1 в 2. 1 в 2. Знают ли позицию? Ну, сейчас он ее спалит, я думаю, кинув флешку. В плент один красный игрок. Команда 5Skills. Ситуация 1 в 2. Ну и потащили клатчера. О, Абсарк. Квадрокилл делает Кри в этом раунде. И 14 раунд просто за командой скиллзов. Да, и что ж. Неужели команда Skills возьмет победу в этой встрече? Или команда Нека заберет уже вторую победу на карте Декэш на сегодня? Победила она уже сегодня команду Сбрила со счетом 16-8. Ну и в этот раз видим, что противник попался намного сильнее. И не получается пока что у команды Нека взять победу. Ну, все же есть борьба. Отличный минус от Регика и размен. И что, можно выходить на Б-плент? Б-плент открыт.
Бапланд открыт, команда Нека уже в меньшинстве, все игроки перетягиваются по точку Б, бомба еще не стоит и окружается сейчас команда со всех сторон. Удри начекивает своего противника. И еще один минус от Удри, и Прилиден добивает команду Нека. 15-12 становится счет, и что? Ну и все же команда Five Skills не зря назвала так свою команду, видим, что 2, точнее 5 игроков. Реально, скилловые игроки в этой команде, в общем. Ну и счет 15-12. Закупились на последние деньги у нас команда Нека. Видим, что вообще в ноль. В ноль скупилась эта команда. Купила себе все, что могла. И будет пробовать все же вывести на допы. Посмотрим, получится у этой команды это сделать или нет. Ну а пока что команда из Латвии ожидает каких-то агрессивных действий от Нека. Но Нека никуда не спешит. В принципе, очень-очень важный раунд для себя. Они сейчас могут проиграть. И Прилиден сейчас через дым выходит и занимает позицию под белым, не замечает игрока на мешках. И опен фраг за этим игроком, но должны разменивать сейчас его тиммейты. Есть размен от инвайдера. И ситуация 4 в 4, бомба пока что лежит на гаражах. Атака перетягивается так, по точку. Так, знает, что находится у нас за цементом один игрок. И что, ждет поджима. Смотрит просто везде, чекает отовсюду. И правильно делает. Опять же, походу, пытаются фейкануть сейчас выход по точку А у нас, ребята из Латвии. Ну и сейчас нашивают. Так, нашивают имидж, дым, отлично, но тут же... Ацарк дождался все же Романова на траке, почему-то не решил он сейчас чекнуть им на позицию Абсарга. Ну и теперь команда Нека, опять же в меньшинстве, но есть размен, теряются еще два игрока команды. И уже в большинстве команда Нека залетает флешкой имиджу, он находит... Ты посмотри, остается последний имидж, красный, 24 хп. Добрый вечер, Инде. Имгейдж, имидж, 24 хп, КМ и мало времени, чтобы взять этот раунд. Так, минус, и еще краснее он становится, и Герасов, ВП Маста. Маста, 15-13, и все же команда Нека пытается и команда борется. Команда Нека не сдается, и будут бороться не дальше за ничью. Будет, не хочется будет никому грызть. Уступать такой принципиальный матч. Схватилась за шею команда Нека своему противнику. Ну и все же пока что есть деньги у обеих команд, и счет 15-14. Команда Нека очень большие шансы сейчас сыграть и вывести игру на дополнительные раунды, потому что команда Нека играет за сильную сторону. Ну и слышно, как ты печатаешь, если что. Ага, это Артучек. Я пишу ребятам в чате. Да, ну... Это очень хорошо общение с ребятами в чате, это всегда прелестно. И что ж, готовится выход на точку А, бомба пока что не подобрана, Псарка ожидает. Открывается дверь и... спину. Молотов, сразу же молотов дается игрокам, выходящим через скрип. Ну и не могут пока что выйти на точку А. Опенфраг для команды Нека, остается хэдшот прострелом от Романова. Ну и команда Five Skills уже в меньшинстве. Что же будет делать команда атакующих? Пока что будет дальше. Смотри, начекал, Прилиден увидел в дыму Коваля и делает минус. И уже 4 в 4. Есть Романов. Романов, минус 2, еще один минус. Счета. Опасный Регик, парень. Регик уже отпустил заиграл. Точку Б. Б уже никем не смотрится, к сожалению, Романов не может дать минус 3. Так, Герас делает минус и 2 в 2. И что? Будет ли минус от Гераса? Я не дождался сейчас игрока, выходящего с мейна. Да, немножко смена. Тайминг не сломал. Дым! Делает минус! Через дым убирает Инде игрока. Инде подбирает бомбу у нас и бомба будет установлена. Нет, не установлена бомба, это был фейк. И Герас его дожимает! Что делает этот игрок? Что, простите? Что, простите? Что тут можно сказать? Jesus! Тут нужно кричать Jesus! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Oh my god, guys! Это было просто невероятно! Отличный минус в дым от Граса, и дожимает он последнего игрока. Vacation! Vacation ждет! 15-14, и всего лишь один раунд. Осталось взять команде Нека, чтобы... Так, смотри, Герас попадает по ноге имейджу и прилетает сразу молотов. Как же стреляет этот игрок сейчас со снайперской винтовки? Оставляет 16 хп. Очень хорошо собралась команда Нека, и нужно, ребята, дожимать ничью. Нужно! Так, видел Герас голову, но немножко не попал. Так, где у нас бомба? Бомба находится под Б-плентом. Ну что ж, бомба пока что на токсике, на точке Б у нас всего лишь два игрока из команды Нека, ну и пока что дефолтная позиция у белорусов.
Ничего они ординарного не делают. Занимается у нас Вентрум Абсаргом. Ну и что ж, ожидаем. Ожидаем выхода по точку Б. Бомба именно под Я этой напоминаю, точкой. Что это последний раунд, дорогие друзья. Это последний раунд. Ну что, это... инвадер? Эх, Удри делает минус и тут же раз... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бэплен свободен, да? Нет, есть у нас один игрок в Бэпленте. Так, Романов делает минус при Лиден. Регик заходит Удрис и размен. 2 в 3 осталась команда Нека. Абсар чекает у нас хелпу. Ну и Нека в меньшинстве. Пока меньшинстве что никого сейчас. Нет. Бомба. К их нему счастью, у Мэджа сейчас 16 хп, и можно вывести ситуацию 2 в 2 и попробовать затащить раунд. Но Инде забирает Коваля, и Романов вынужден тащить ситуацию 1 в 3. 1 в 3, последний раунд, я вам напоминаю, победа или ничья? Остался. Бедолага. И не очень все хорошо для команды Нека. Ну, к сожалению, очень мало шансов сейчас затащить этот раунд, знают информацию по этому игроку, ну и... Да, и ГГ, дорогие друзья, 16-14, второй матч между этими командами заканчивается 16-14 в пользу команды Skills. Я напоминаю, что как-то недавно играли эти команды, и 16-14 Skills выиграли на Inferno. Да, победили на Inferno, но... В этот раз команде Нека не получилось все же отбить свой проигрыш. И очередная победа от латвийских ребят. Еще раз повторяем, что с вами на сегодня Александр Плешаков и Артур Абиван. Никуда не уходите, нас ожидает еще один матч. И да, мы дорогие скоро друзья, вернемся. Никуда не уходите. Дальше будет только интереснее. Дальше нас ждет команда Сбрила и команда Skills. Поехали! Очень интересная игра, никуда не уходите, скоро вернемся, ну и пока что музыкальный перерыв. Перерывчик.